Здравствуйте, дорогие друзья, и снова программа «Все свои» на ваших экранах. Как хорошо, что вы нас смотрите. Ну что ж, Рождество, время чудесных моментов, время подарков и, конечно же, удивительных историй. Сегодня мы в самом сердце Петербурга, и снова для нас открывает двери замечательная, дружная, большая семья. Привет! Вау! Здравствуйте! Привет, привет вам! Здравствуйте, здравствуйте. Здравствуйте, меня Павел зовут. Меня зовут Кирилл. Спасибо вам, что вы открыли свою дверь, открыли свой дом. Ну что, будем знакомиться и будем разговаривать, да? Да. Да, проходите, пожалуйста. Спасибо. Ты Или вот... расскажи, я знаю, что у вас с хомячком есть какое-то чудо. Расскажите, что у вас произошло. У нас хомячок заболел не так давно. Да. И мы, честно говоря, уже думали, что мы его не спасем. Было воскресенье. Так. Мы пошли в церковь. Тимофей на детском попросил всех деток помолиться за него. Угу. Пришли домой. Немножко его полечили. И на утро хомячок был абсолютно здоров. Да вы что? Да. Держу. Поэтому растяни. Мы верим, что это чудо. Ну, конечно, чудо. Вот. Хомячок заболел, помолились на детском, и все прошло. Да. Это однозначно чудо. Да. А елку вы украшаете как? Очень заранее или А елку вот так, вот так и украшаем всегда. В начале декабря, чтобы у нас весь декабрь была такая праздничная атмосфера, ну, чтобы дети успели переколотить все игрушки. А есть какой-то запрет? Нельзя к елке заходить, нельзя к ней вечером. Нет. Ничего, все можно? У нас все можно. Тимофей маленький был, подходил, все снимал игрушки и вешал только в одно место. И мы каждого перевешивали. До куда он достает сам? Да, перевешивали по всей елке. Опять к вечеру раз все игрушки и в одно место возвращались. Ну что ж, друзья мои, вот так быстро и внезапно, как бывает на телевидении, через монтаж, наша елочка уже полностью красивая и украшенная. Осталось один последний штрих, это чтобы огонечки на ней загорелись. Готовы? Раз, два, три, оп! Ура! Ура! Надеемся, ваша тоже готова. Пойдемте пить чай? Пойдемте. Пойдемте пить чай. Чай мы любим. Ну что ж, друзья, все свои дома. И сегодня мы в семье Сычкиных. Павел и Ирина открыли дружелюбно свой дом, и мы сейчас за их столом. Здравствуйте вам еще раз. Здравствуйте. Ваши замечательные детки тоже здесь. И мы разговариваем, мы говорим про Рождество, про ваши семейные традиции, как, почему и что вы делаете вообще перед Рождеством. Ну, во-первых, я увидел, что у вас вот стоят свечи, одна свеча горит. Я правильно понимаю, что это адвент, да? Да. И вы, это ваша традиция, да? Да? Вы зажигаете каждое воскресенье перед вот этой декабрьской вот неделе одну свечу. Расскажите, как вы к этому пришли, откуда, почему так появилось? Мы пришли к этому, бывши в гостях у наших близких друзей. Они нам рассказали про эту чудесную традицию. Она нас впечатлила, и это такое хорошее ожидание Рождества. То есть каждая свеча, она приближает нас к Рождеству, и
с этими свечами мы готовимся к нему. Хорошо, что первая свеча? Первая свеча это о чем? Пророчество. Пророчество. Об Иисусе Христе. Здорово. Да, и с каждой свечой мы приближаемся к Рождеству, и последняя свеча символизирует уже второе пришествие Иисуса. Угу. И мы в это верим, поэтому каждый раз эта свеча напоминает нам об этом. Класс. А вы давно вот эта традиция у вас в семье, Паша? 3 года. 3 года? Да, 3 года мы были, да, на домашней группе у семьи Бумагиных и увидели, как Олеся украшает стол красиво, как она, и да, нам интересно было, мы спросили, что это такое, она нам рассказала, и мы тоже в нашей семье начали это делать. Класс, то есть такие переняли как бы традицию такую к себе. Да. Ну, я думаю, что это очень здорово еще, что можно через это и как бы детям объяснить, да, и как бы подводить их к этому моменту, потому что дети, как правило, очень быстро ловят и понимают ситуацию того, что скоро день рождения, например, вот, они уже уже за месяц. Подарки. Да, вот, а вот момент Рождества, к нему тоже как бы хорошо, когда есть момент, который будет подводить. Что-то есть у вас еще вот на вот в рождественские вот эти дни, какие-то какая-то вот ваша традиция, то есть вы что-то обязательно вы делаете вместе? Мы покупаем подарки детям. Это крутая традиция. Мы вместе? Нет, мы слушаем их письма Иисусу. Они пишут письма или вы записываете и передаете? Нет, они не записывают, они еще не умеют писать. Но мы перед Рождеством частенько просим их помолиться о подарках Иисусу. И, естественно, мы все это слышим. А был ли момент какое-то чудо рождественского? Ну или не совсем рождественского, просто чудо, вот, ну, связанное вот близко, какой-то, не знаю, с подарками связанным, или какими-то ответами от Бога, или что-то такое, может быть, что-то такое случалось? У нас Андрей родился как раз. Сразу после Рождества. Сразу после Рождества. У тебя день рождения скоро. Средний наш подарок. Да. Вообще у нас больше на самом деле испытаний под Рождество приходит, как-то не всегда. Мы всегда ожидаем сказочную атмосферу, чудес, а у нас получается как-то все на самом деле сложнее. Но это не убирает, как это все равно мы оставляем за собой внутреннюю атмосферу чудес, и как правило все у нас потом проходит все гладко. Вот, все мы переживаем, все переходим, и уже входим в нормальный ритм, и уже тогда происходят чудеса. Как-то именно на Рождество происходят испытания, но мы всегда знаем, что Господь, Иисус Господь, и все хорошо. То есть чаще происходит так, что как бы Рождество, оно как подготовка к тому, чтобы все решилось. Как-то в конце года у нас всегда все достаточно сложно, почему-то все наши трудности. Но мы уже матерые в этом плане, и уже знаем. Тертые калачи. Уже знаем, что с этим делать. И что это не конец, да? Что это не конец. Что впереди еще будет лучше. Да. Андрюша этому подтверждение. Вот он у нас очень родился после Рождества. Долго лежал в реанимации. Вот. Иди умывайся. Умывайся и приходи ко мне. Быстренько. Зубы в шоколаде, это счастье. Мы читаем Библию под Рождество, изучаем какие-то истории о Рождестве, говорим об Иисусе, конечно же, о его рождении, о всех этих историях с Библии, чтобы детям было доступно и понятно. Ну, играем в какие-то игры, дарим подарки, кушаем вкусно всегда. С размахом. Вот. Да? Да. Да. С размахом. Почти барашек. Это русская традиция вообще. Не-не-не, сыночек, иди сюда. Я помог вообще. А, она сейчас быстро выдохнет. Опа. Умылся. Давайте так, давайте вы что-то пожелаете нашим телезрителям на Рождество, какое-то пожелание скажете, чтобы вы хотели им такого доброго, приятного, хорошего сказать. Сначала я. Ну, я хочу пожелать, конечно же, чудес, потому что это самый невероятный праздник для исполнения желаний, для изменения атмосферы, как внешней, так и внутренней. И всегда этот праздник ассоциируется с какими-то волшебными ощущениями, с чудесами. Поэтому те сокровенные желания, которые есть внутри, которые, конечно же, не связаны ни с какими видимыми вещами, а больше это что-то внутреннее и такое драгоценное, чтобы это все сбылось. Вот.
Да, здорово. Павел, ты присоединишься к вышесказанному? Да, присоединюсь и скажу еще. Я, наверное, хотел бы пожелать, чтобы семьи, они, дети со своими родителями, они как-то встречались, даже если они в разных городах, как-то вот они за одним столом это могли встретиться и было это общение, чтобы... Потому что я считаю, что Иисус, Он хотел этого, чтобы было общение, да, чтобы мы собирались именно вот, ну, наверное, вот именно в этот праздник, Рождество, приготовили, стол накрыли и пообщались, потому что общение – это очень важно. Прикоснулись к Господу, чтобы каждый нашел Иисуса в своем сердце, это тоже важно. Что ж, друзья мои, с вами была передача «Все свои», и так замечательно и приятно, что вы были вместе с нами и досмотрели нас до конца. Сегодня мы были в удивительной семье, семье Сычкиных, Павла и Ирины. С наступающим вас Рождеством, со всеми новогодними праздниками. Счастья вам! С Рождеством!